Для отрока в ночи глядящего из стампы за каждым валом даль, за каждой далью вал, как этот мир велик в лучах рабочей лампы, о, в памяти очей, как бесконечно мал. В один ненастный день, в тоске нечеловечей, не вынеси невзгод под скрежет якорей, мы сходим на корабль, и происходит встреча безмерности мечты с предельностью морей. Что нас толкает в путь? Тех ненависть к отчизне, тех скука очага, еще иных в тени цирцейных ресниц, оставивших полжизни, надежда отстоять оставшиеся дни. В цирцейных садах, дабы не стать скотами, плывут, плывут, плывут в оцепенении чувств, пока ожоги льдов и солнца отвесных пламя не вытравят следов волшебницыных уст. Но истые пловцы, те, что плывут без цели, плывущие, чтоб плыть, глотатели широт, что каждую весну справляют новоселье и даже в смертный час еще кричат «Вперед!».